Ребята, всем привет! Сейчас я показываю вам шлепки на Катюшке. Значит, это у нас идут 885-895 артикул, размерчик 37. Катюш, нравится? Да, они прикольные. Удобные? Да. Удобные, да. Ну, меряем пока на капроновые, потому что на босую ногу примерять нельзя. Я тоже уже капроновые колготочки надела. Сейчас будем всю обувь вам в этом показывать. Ну, интересно, да, конечно, интересно смотрится. Не выпадешь из них? Невелики они тебе? Нет, 37. Мне кажется, я из них не выпаду, потому что вот эта штучка очень большая. Она точно не позволит выпасть ноге. Да? Ну, ладно. Значит, состав искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, подошва ТПР. Так, дай-ка мне одну. Так, ну, в принципе, да. Подошва такая интересная. Вот. Ну что, будем носить с удовольствием. На лето одеваемся, да? Молодцы какие. Сейчас Катя пытается надеть наши новинки. Я пытаюсь разобраться. Да. Все получилось. Все получилось. Что, они тебе велики, что ли, получаются? Нет, я их просто не затянула. Тут такая схема, сложная схема. Здесь вот с этой стороны есть вот этот ремешок. И он регулирует, как далеко находится вот этот. Чтобы его можно было застегнуть. То есть вот он до сюда, в принципе, регулируется. Значит, они тебе велики получаются. Да. Они очень свободно на ноге. Так, слушай, можно дырку, наверное, лишнюю приделать? Просверлить. Ну да, это тоже можно. Ну-ка, повертись. Угу. Ну, то есть тут много всего, но лишнюю дырку можно приделать. Угу. Ну, так-то хорошо на ножке смотрится. Такие квадратненькие, хорошенькие. Это у нас 885-846, 37 размер. То есть по длине ноги отлично. Именно что вот по ширине ноги великовато. Ну, посмотрим, как вот у меня на 38-м на большом подъеме. Следующая вот такая вот красота с артикулом 885-867. Катюш, что скажешь? Мне очень нравится, как они пестрят в глазах. Будешь носить? Да, конечно. Я вот такие бы себе тоже оставила. Ну да, потому что я все выбирала. Покружитесь, пожалуйста, дамочка. Зайка, покружись, серенький, покружись. Это она сейчас с Викой водилась. Да, такие вот блесточки красивые тут. Ну ничего, тогда хорошо смотрится. Ну что, Кать, все оставляешь? Да. Угу. Ну там вот, что одну лишнюю дырку приделать, и все нормально. Так, ребята, я во всех новиночках. Ага, значит, сейчас на мне легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 529-302, размер 50/52, 95 хлопок, 5 эластан. В принципе, нормальный такой джемпер, я бы вам сказала. Ходить в нем классно, все недостаточки скрывает, все здорово. Да, то есть все великолепно. Я без всяких там утяжечек, стронялочек надела, хотя у меня животик есть, и действительно красиво. Вот. Значит, дальше на мне брюки из джинсовой ткани для женщин. Это новинка. Я очень ждала обычные классические брюки. Я их дождалась, и мне они очень нравятся. Я вообще люблю все такое. Мне очень-очень они нравятся. То есть это что-то типа джеггинсов. У них толстый такой вот ремешочек. Тут немножечко какая-то вышивка идет, да, то есть они не такие уж и простые, тут какая-то вышивка. Вот, у меня такое ощущение, что они мне слегка великоваты, но я не буду их менять на размер меньше. Значит, размер 52 сейчас на мне, артикул 529-417, 71 хлопок, 27 полиэстер, 2 эластан. Мне кажется, что хлопок он все равно подсядет. Вот, тут карманы обманы, тут все отлично. Вот, поэтому я их оставлю, буду носить с удовольствием. Вообще они на мне смотрятся так легко, хорошо. Ну, в общем, никаких нареканий нет. Это отличный вариант, куда-нибудь одел, там, в аэропорт, в поезд, да, что-то такое вот. Я заказала себе все 4 цвета их, я все оставлю. Я уже чувствую, что это мое, мне это нравится. Вот такое вот удобное, классное, в этом можно поваляться. Это не соберушки, вещи не соберушки, то есть на них ничего не будет, там никакие волосы, еще что-то в огромных количествах прилипать. Для меня это ценно вообще. И вещи такие не особо мнущиеся, да, где-то вот какие-то помятые места были, но они все сразу разгладились, потому что ткань все равно сделана такая грубоватенькая, немножечко под джинсу.
Значит, этот комплект я решила надеть вот с такими вот кроссовками. Я их себе оставляю. Мне иногда хочется что-то яркое, прикольное. Антон, увеличь, пожалуйста, стразы. Сделай их прям покрупнее. Вот, подошва толстая, они легко, да, сгибаются. Я еще, как вы видите, ничего тут, да, не исправила. Вот, в принципе, великолепно. Сама подошва тоже хорошенькая, такая толстенькая. В общем-то, в них даже вот сейчас ходить, у нас практически все растаяло. Так, днем где-то примерно плюс 17, ночью где-то у нас примерно плюс 6, где-то так вот. Вот самое то, у них нога не замерзнет. Значит, 885-479, состав вверх. У нас идет текстиль-искусственная кожа, подкладка текстиль, и стелька текстиль, и подошва ПВХ. В общем-то, все нравится, да? То есть тут как будто замша какая-то, что ли, грубая какая-то. Бук, наверное. Бук, ну да, будет хорошо стираться. А вот эти стразики, они очень хорошо пришиты, поэтому я даже не побоюсь их запустить в стиральную машину. Да, то есть, ну, ничего так, ничего. Я чувствую, что они легкие, классные, натирать не будут, самое то. 10 тысяч шагов в них сделаю легко. Сейчас на мне блузка без рукавов для женщины. Артикул 529-279, размер 52. Очень свободная, классная, легкая. Такое чувство, что я без блузки стою так. Не совсем уютно, потому что уж очень легкая ткань. На лето просто великолепно. Состав 100% хлопок. И она, ребята, вышита. То есть это не краска, это рисунок. Причем вообще классный рисунок. Мне очень понравилось. Я просто в шоке. Очень красиво. И вот эта вот вышивка, она просто вот очень хорошо все дополняет. И как-то вот, знаете, можно тут до конца застегнуть причем. И у меня все будет отлично. Да, то есть девчонки, у кого грудь побольше, чем побольше, да, С и выше, можете прям брать, не беспокоиться, свой размер. Отлично. Просто тут есть место под грудь. Мне понравилось вот это дело. Так, сейчас на мне брюки из джинсовой ткани для женщины. У них, ребят, есть один минус. У них нет вот этих вот петелек под пояс. Угу. И если они у вас начнут спадывать, то это будет проблемно. Я вам честно скажу. Ань, ну ты сейчас в колготках, из-за этого они у тебя спадывают. Ну да, я надела капроновые колготки, но не знаю. Ну да, может быть. Нет, они не спадывают. Они мне размер в размер, они мне не спадывают. Но если вот кто любит посвободнее, например, им надо будет пояс. А пояс не к чему. Вот что-то, зачем они сэкономили и не пришили? Хотелось бы, чтобы пришили. Вот, то есть мне кажется, что они больше мерят на четверть размера, может быть так. Да, то есть слегка-слегка. Ну, посмотрим еще после стирочки. Если не сядут, я вам в пустых баночках о них обязательно расскажу. Мы с вами уже договаривались, да? Если что-то случилось с одеждой, я не разговариваю, рассказываю или на мейкапе, где делаю себе макияж, да? Или я рассказываю в пустых баночках, но без, да, то есть без внимания я это не оставляю. Итак, брюки из джинсовой ткани для женщины 529-495. Размер 52, 71 хлопок, 27 полиэстер, 2% эластан. Шикарный, ребят, родственный, шикарнейший такой вот образ. Вот так вот одела и куда захотела, пошла и в магазин, и погулять теплым летним вечерком. Он с любой кофтой, кардиганом будет очень хорошо смотреться. И с юбкой будет хорошо смотреться, и со строгими брюками. В общем, такой вот классический вариант. И вот эта вот вышивка, обалдеть, сколько тут труда. Это просто тоже супер кроссовки, прям угодили, шикарно. Как вы видите, тут еще не развязано, да, как было, так осталось. Но сами по себе они до чего хороши. Весят они, ну да, они такие тяжеловатые, но на ноге эта тяжесть не чувствуется. Абсолютно дышит нога, это полностью все ткань. Очень хорошее ощущение, я не хочу их сдавать назад, пусть у меня будет 5 кроссовок или 6, я не против. Артикул 885-798, размер 38, шикарные, шикарные, гарантированный срок 30 дней, да, если что-то не так, их можно вернуть. Поэтому буду носить сейчас самое-самое то. Ну и, как вы видите, джинсы еще, да, вот этот 52 размер, посмотрите, они мне идеально по росту, девчонкам повыше, вот коротко. Сейчас на маме образ мой предыдущий, в общем, все оставила мама себе,
Эту блузочку я еще себе раз подзакажу, она потому что шикарная. Еще я вам не сказала, у этой блузочки потайные пуговки, да, вот видите, они спрятаны вот таким вот как двойным шовчиком. И тут первая пуговка, она немножечко другая такая, золотисто-синим таким камушком, тоже очень красивая. Она идет открытая, то есть когда вы, если будете вот тут, например, застегивать, да, то есть то она будет смотреться таким вот образом, а все остальные пуговки спрятаны, да, то есть низ изделия полностью прямой, без всего, вообще красиво. Да, мы тут прям дружной семьей трудимся. Мама, покружись. Кроссовки удобно тебе? Ой, удобно очень даже. Я говорю, они вообще да, прямо да, такие, и под все да, подойдут. Да, хорошо. Угу. Ну, шикарно. Так, значит, маму отпускаю. А на мне сейчас блузка с длинным рукавом для женщины. Это оверсайз. Оверсайз. Очень даже симпатично, очень даже здорово. Мне нравится такое, когда попа прикрыта, все прикрыто, надел джинсы или шорты и пошел. Далее на мне брюки из джинсовой ткани для женщины, артикул 529-441, размер 52, состав тоже такой же, как у всех джинс до этого, 71 хлопок, 27 полиэстер. Вот это 100% хлопок, прямо вообще, ребят, шикарно, я говорила, артикул полосатика, 529-293. Тут у нас, значит, нету ни пуговок, ничего, то есть такая вот она прям распашоночка, единственные застежки это 3 штучки, вот тут вот. Да, то есть на рукаве и манжетик такой, а все остальное полностью идет свободно, так прикольно. Можно, конечно, плечо покатые, можно, конечно, и на размер меньше заказать, но мне не хочется. Это вот такой классный вариант, когда едешь где-нибудь на курорте, на экскурсию и боишься сгореть, но тебе не надо вспотеть, просто идеально. Сейчас кроссовки женские, верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ, артикул 885-770, размер 38. Ну, что могу сказать, клевые, в машине стираться будут удобно, протектор тоже ничего такой. Знаете, такие легкие, очень сильно облегченный вариант, они полностью тряпичные, нога дышит, все в дырочку. В общем-то, все нравится. И вот, Антон, пока мы с тобой близко, давай мы с тобой покажем еще, что на всех джинсах, вот этих новеньких, вот тут такая вот, как бы, простроченные, да, такие вот, как бы, швы интересные, да, сзади тут только одна, а вот спереди раз, такая вот полоса идет, и вот тут такая полоса идет, да, чтобы потом отдельно не снимать, не увеличивать. Так, сейчас на мне легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины, артикул 529-295, размер 50-52, 95 хлопок, 5% эластан. Что хочется сказать, это точь-точь такой же джемпер, с такой же вышивкой, да, вот Антон сейчас увеличит, вышивка нашита сверху, ну да, посмотреть, да, сверху нашито. Что хочется сказать про нее, легкая, классная, приятная, хочется ее носить, причем она идет, ну такая, вне возраста, смотря с чем вы это будете сочетать. Вот на мне сейчас, допустим, кроссовки, джинсы и вот эта кофточка, и сочетается хорошо. И она будет хорошо смотреться и на маме 62 года, и на мне 37 лет, и дочка, если такой образ наденет в свои 20 лет, ей тоже подойдет. Да, то есть такая вот она интересная. Дальше на мне брюки из джинсовой ткани для женщины, это последний, да, четвертый цвет. Вот, последний четвертый цвет, все то же самое, единственное нарекание, ну нету тут петелек, нету. Хотя пошиты хорошо, идеально, прям все нравится. 529-433 в 52 размере. Точно-точно такие же кроссовки, как и белые, только черные с белой подошвой. Тоже суперские, тоже классные, великолепные, я прям в восторге. Артикул 885-763, безумно удобные, я кроссовки очень люблю. И шпильки люблю, и кроссовки люблю, я все люблю. Ребят, сейчас на мне кроссовочки Love, да, как вы видите, тут Love от Faberlic. Шнуровка, обратите внимание, она просто как шнуровка, она ничего не решает. То есть вы надеваете вот за эту петельку и с ложечкой. Протектор классный, они клевые, да, то есть это вот под нашу домашнюю коллекцию, но в этой домашней коллекции, если леггинсы, они реально домашние, то все остальное, оно не домашнее, можно носить с удовольствием по улице, и вот как раз они, я так понимаю, подходят именно к тому вот
лиловому оттеночку. Очень легкий, очень хорошая. Вся обувь до единого идет размер в размер. Эти немножечко вот тут, вот в этом месте, вот поуже. И я чувствую, что немножечко давит подъем, но не сильно, вообще еле-еле. Эти кроссовки хорошо подойдут маме, потому что у нее с подъемом все отлично. У меня с подъемом вечные проблемы. Артикул 805, то есть 885805. Угу. Размер 38. Верх текстиль, подкладка без подкладки. Ага, и подошва ПВХ, стелька текстиль. Да, то есть они полностью идут такие вот прозрачные, такие вот тряпичные. Ну нет, они не особо, конечно, просвечивают, нет. Да, то есть полностью все как бы такие вот они хорошенькие, легонькие. Вообще просто вот, просто кайф такие вот кроссовки поносить. Легкие, невесомые. Это у нас артикул 885, 3 семерочки. Точно такие же, как белые, черные предыдущие. Тоже такие вот они прям хорошенькие, легонькие, тряпичные. Хорошо будут стираться, я уверена. Угу. В общем-то, и все. Цвет очень свежий и приятный. Со светлыми джинсами, с белыми штанами, с чем-то вот таким. Будет вообще здорово смотреться. Кроссовочки, модель 885-742. Размер 38. Что могу сказать? Нормальные, обычные кроссовочки. Такие плотненькие, в них тепло. Это теплые, это не летние, не легкие уже такие, да. На жару, мне кажется, в них вот тяжеловато. Хотя есть сеточка, да, чтобы кожа дышала, все. Ну, такие, ничего, под все подойдут, потому что цвет такой, знаете, обычный, который с чем угодно можете их носить. Мне кажется, здорово будет. Вот так-то вот. Значит, верх текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Что-то явно пошло не так, но мне очень нравятся босоножки. В общем, ребят, так, на мне сейчас платье с длинным рукавом для женщины. Это прошлая коллекция, как вы знаете, идет. А это вот нынешняя, артикул 529-402. Показалось, что тут карман есть. Нет, карманов нет. Размер 50, да, то есть, ну, тут разрез, как я вижу, да, есть. Тут три пуговки. Раз, два, две на манжетике, одна вот уже, когда уже ткань сама начинается, рукав. Что хочу сказать. Мне он вроде бы нормально, но слегка маловат. Если вот попробовать его... Ай, я боюсь упасть, ребята, это просто что-то чем-то. Вот, значит, я застегнулась. То есть мне нужно было все-таки 52 размер. Я взяла 50. Это такое платье, которое можно носить с чем угодно. С джинсами, с брюками, с кроссовками, с туфлями. То есть его можно носить вот так вот, как цельное платье, да, просто надели, пошли. Можно его носить, как я, с маечкой, да, вот с маечкой и там с джинсами и на растопашку. То есть он очень красивый. Я вообще обожаю такое все длинное. Ребят, если будет 52 размер, я обязательно перезакажу. Потому что такие вещи я очень люблю, всегда любила, всегда уважала и так далее. Ну, брюки это, конечно, что-то с чем-то, это только на возврат. Сейчас я вам продиктую брюки. Вот представьте, что на мне сейчас джинсы, да, и вот эта вот вещь, она просто не спадает. Красиво, ребят, очень красиво. Ну, брюки это, конечно, я не знаю, на кого шили, на какой рост. Вот, значит, брюки 529-263, размер 52, 100% вискоза. Классные, не мнутся, прохладные. Летом будет самое то, как-то как будто и животик скрадывают. То есть тут у нас идет такая вот в этом месте резиночка. Да, вот в этом месте идет резиночка, а тут идет просто вот прямо, чтобы никакие объемы, ничего не создавалось. Тут после животика такое свисание идет, да, то есть и убирается вот все вот эти вот недостатки, которые сильно выделяются. В общем-то, здорово и классно. Имеет ли место быть мне оставить вот так, как оно есть, или все-таки перезаказать? Поймать 52, но я такую штучку хочу на лето. Это просто супер. И вот думаю, оставить мне эти штаны и подшить их, или все-таки просто носить с джинсами. Все-таки я заказала 4 джинс, одни забрала мама, 3 я оставила себе. Вот дайте мне, пожалуйста, совет, потому что мне безумно нравится этот цвет, мне безумно нравится вот это все, я просто это обожаю. И вот эту вещь
я все равно перезакажу на 52 и все равно буду в нем ходить, потому что это просто шикарно. Это с джинсами особенно, вот великолепно. Ну вот штаны, не знаю, оставлять, не оставлять. Кстати, карманы есть, сзади нету, пояса нету, но оно на резиночке, да, то есть петель под пояс тоже нету, но мне нравится. Вот они сзади еще идут на молнии, да, то есть сзади на молнию застегиваются. То есть получается резиночка вот только тут по бокам, тут прямо карман, и сзади вот молния идет. Ну и под грудой этого материала спряталась вот такая, ребята, красота. Просто невероятно здорово, мне они очень нравятся, они удобные и снимаются и надеваются прям даже самостоятельно. Угу. Прям вообще шикарно, смотрите. Оп, все, надел, пошел. Можно даже с ними не мучиться и ничего. Вообще прямо оставляю 100%. Вот эта вот штукенция, она на камеру, вот я сейчас смотрю камеру, нет, она так не переливается. А вживую они прям блестят. Артикул 88, 58, 75, размер 38. Идеально просто по ноге, смотрите, да. Просто все идеально. Ну и если взять две, то кошмар с этими штанами. Я не знаю, на очень высоких девушек сшито. Высокие девушки, радуйтесь. Да, то есть вот такая вот красотища. Ну, в капроновых колготках не совсем, конечно, то, но на голую ногу мы не имеем права примерять, пока не решим на возврат или нет. Костюм идентичный предыдущему, все здорово и классно, но верх 52 размер, я его себе оставлю. Обожаю что-то со шлепками, с джинсами, штаны однозначно не мое. Это какой-то кошмар, как они мне длинны чересчур. Значит, платье с длинным рукавом для женщины. А цвет уже получается молочный. Артикул 529-411, размер 52. Ну вот, и не надо было мне 50-й мучиться заказывать. Ну, конечно, тот цвет мне понравился больше. Мне понравился больше. Так, брюки для женщины точно-точно так же сидят, как вы видите, вот где-то там. Где-то там, если вот достать, моя нога. В общем, очень сильно длинные, но подрезать — это ерунда. Это ерунда. Вот, значит, 100% вискоза. Артикул 529-271. Как вам, ребят, на мне молочный оттенок? Мне кажется, что тот был лучше. Оставляю себе еще такие вот босоножечки, как у Кати. Артикул 88, 58, 68, в размере 38. Тоже классные, тоже хочу, тем более, что мы с ней по разным странам, городам в этом году разъедемся, она учебу заканчивает, поэтому все идеально, ребят. Буду носить с удовольствием. Так, сейчас на маме платье с коротким рукавом для женщины. Мамуль, покружись, попозируй. Артикул 529-287, размер 52, 100% хлопок. Мне нравится, маме не понравилось это платье. Но мне кажется, что оно вообще не по фигурке. Оно скрало все недостаточки. В общем, ребят, слово за вами. Смотрите, покатое плечо, ручки, фонарики. Ну-ка, давай вот так. Вот так, да? Видите, оно такое разлетаечко. Тут идет пуговка. Тут тоже идет такая вот пуговка. Я бы носила с удовольствием. Я бы надела бы и пошла. И вот оно тоже идет полностью все из вышивки, как и блузочка. Просто вот... Классное платье, мне понравилось. Мама, я советую тебе оставить это платье. Да. Тебе просто... Угу. Ты чувствуешь его некомфортно? Да. Почему? Потому что у тебя широкие рукава, и ты не привык у платьев широкие, да, три четверти рукав, рукава. Ну, стройник. Ну, на тебе оно, мам, идет. Очень идет. Но лето может быть, конечно. Ну, это на лето, да, кстати. Оно тебя молодит. Весьма. Да. Я тебе могу сразу же сказать. Да, я говорю, вообще вот мне понравилось, ребят. Вообще понравилось. Прямо классно смотрится. Но если не нравится, не бери. Я не заставляю. Вот, ребят, на мне платье так платье. Все, обтянуло, все недостатки вывезли. В общем-то, это не мой фасон. Причем оно мне маловато. Я его натягивала по-нормальному, чтобы оно смотрелось. Но пока про маму говорила, оно обратно уселось и обратно кверху поднялось. То есть это называется мало. Значит, 52 размер, артикул 529-309, 97 хлопок, 3 эластана, но хорошо очень тянется, великолепно. Мне кажется, и с какой-нибудь вечером легкой кофточкой оно хорошо очень подойдет. Вот. Или просто так, как самостоятельное, да, летним жарким днем, как бы ничего так. Но тут вот у меня оно висит,
мне вот это дело мне не нравится. Грудь, честно сказать, тяжелая, большая, ну как бы средних размеров. Без бюстгальтера ее не поносить, это надо какой-то вот бюстгальтер такой, да, и лямочки толстые, чтобы хорошо держалось. И, ну, может быть, в купальнике его надеть, да, то есть пусть вот видно, бог с ним купальник. Но оно на мне собирается, это 100% возврат, оно мне маловато. Вот, далее, значит, у нас идет обувь. На маме шлепы получается, шлепанцы женские, 88, 58, 61 артикул, размер 38, все нравится, все здорово, все классно, маме тоже понравилось. Мы оставляем такие и белые, и черные. Вот эта пряжечка, значит, она идет, по-моему, пластмассовая. Ну, в общем, крепкие такие, хорошенькие. На лето вообще самое то. Я специально их брала маме. Мама говорит, боже мой, какие они аккуратные. Но они, правда, аккуратные и симпатично смотрятся. Очень даже. 38 размер вот у мамы. Прямо размер в размер. Не надо ни больше, ни меньше. В общем, супер-присупер. На мне, значит, получается вот такие вот, как на Катюше до этого. Мне они как раз, да, на Катюше, помните, они были великоваты. Мне не прям идеально, прям как раз оставляю с огромным удовольствием. Артикул 88, 58, 47, размер 38. Тоже такие вот хорошенькие. Носочек затуплен. Угу. Он такой квадратный носочек, подошва круглая, носочек квадратный. Вообще прямо, очень комфортно. Знаешь, что мне напоминает? Вот раньше в детстве были ботинки под лыжи. И вот эти выступы. А я, знаешь, о чем подумала? Потому что сколько я шлеп потеряла на различных зиплайнов, уже не пересчитать. Парашюты, зиплайны, я это все люблю. А вот тут, представляете, никуда не денется. Я вот об этом подумала. Вот это как раз черная, про которую Аня говорила, шлепы, черные. Точно такая же моделька, артикул 885-854. Мама, тебе нравится? Да, хорошие, удобные. Да, и здесь у нас здесь красотка. Да, маму ждет. Да. Все, носи с удовольствием. Так, ребят, сейчас на мне шляпка, артикул 600-678, 57 сантиметров, 100% бумажная соломка. Ну, что могу сказать, шляпка классная, я ее себе оставляю, мне такой оттенок, цвет, он мне всегда шел, всегда меня молодил, да, Антон? Да. Мне нравится, тут сзади бантик такой хорошенький, все просто великолепно. С шортами опять немножко мимо, хотя шорты мне очень понравились, но не было 52 размера, просто не было, я просто тыкнула 50-й. Ну, вот на всякий случай, а вдруг подойдут. Мне подошли маловаты. Маловаты в каком плане? В принципе, это тут все в порядке, все даже хорошо, да? Тут такие вот дутики, как вы видите, есть. Ну, это мы так не будем, конечно, ставить, я вам просто показываю, да? Вот тут слегка чуть-чуть. Так, по идее, и по талии, и по попе, в принципе, все нормально смотрится. Такие юбка-шорты прикольные, мне понравились. Вот, не знаю, понравится ли мне в 52 размере, но... В принципе, эти шортики нормальные, если бы не вот эта вот молния, которая застегивается, ее тут вот видно. Да, то есть натянулась и выпятилась. И вот в этом месте как раз таки видно. А так смотрится отлично и ни в попе, нигде мне не велико. Можно с ремешком еще носить. Есть. Да, да, есть вот эти петельки, можно носить с ремешком. Значит, артикул 529-342, размер 50, 97 хлопок, прелостан. Тут еще пуговка есть дополнительная в комплекте. Вот, ну, тянутся они, ну, так себе, не очень хорошо, но, в принципе, нормально. Так, сзади карман, обман, просто для вида. Ну, в принципе, такие прикольные юбка-шорты. Ребят, у меня проблемка, по длине шлепы нормально, подъем, вот это место... Просто жутко давит, я не могу, мне больно, я не могу их засунуть до туда, до куда надо, то есть они сжимают ногу, хотя они до такой степени симпатичные, аккуратные, так здорово смотрится, я хотела, и причем, как вы видите, заказала все три, вот они, да, стоят, прям все три заказала, но, к сожалению, никак моя нога с ними, вот мне прям больно уже, они мне очень давят. Значит, сейчас на мне получается белые, артикул 88-58-96, все в 38 размере. А голубые я уже примерять не буду, 88-59-03 и получается, песочный 88-903, а голубой 88-58-89. Да, то есть таким вот образом. К сожалению, они мне маловаты. Антон, покажи, пожалуйста, издалека мою ногу.
посмотрим, да, то есть смотрится хорошо, но у кого широкая нога, широкий подъем, да, как вы видите, у меня действительно широкая нога, широкий подъем, то они вам могут быть маловаты. Ну и ну, ребят, вот честно сказать, мне эта шляпа мало того, что не понравилась, да, она пришла какая-то мятенькая, так еще и если я сделаю голову на бок, она задевает плечи, хотя у меня не такая уж и короткая шея, да, то есть она задевает плечи и так и норовит слезть. То есть она мне очень свободна, и это не мое. Хотя в ней комфортно. Вот понимаете, в ней так комфортно. Я понимаю, что я ее надела, пошла, я точно не сгорю, ничего. Но это просто вот, Антон, видно? Да. Ну это просто вот, обратите внимание на то, какая она вообще мятая, непонятная, да. То есть из-под нее очень сложно выглянуть, потому что она сразу же втыкается, видите? Втыкается в это, в плечи, и все. И норовит спасть, или вот так вот сделаться, да, то есть. Куда вот посмотрели наверх, голову задрали, и все. Надо на глазах оставить. Прощай, свет. Да, остается на глазах. Значит, артикул я сказала или нет? 600679. И вот такая красота. 88-57-14 в 38 размере. Не больше мерит, не малой мерит. А, очень нравится. Застежечка, конечно, мы тут вдвоем с мужем помучились. Мне прямо вот, как вы видите, она в обтяжечку. Поэтому для более стройных ножек, мне кажется, будет и великовато. Но тут получается 1, 2, 3, 4, 5 дырочек. Да? То есть вот эти вот 5 дырочек идут. На мой взгляд, вообще отлично. Нагавник не будет уставать. Колодка удобная. Единственное, что у меня всегда так, вся обувь на ремешочках. Неважно, плоская она или на каблучочке. Вот это вот место немножечко сдавливает и натирает, но это на постоянной основе, поэтому я уже привыкла и в такой обуви, с такой обувью, потому что она симпатичная, ее хочется носить, она как-то и ножку худит, да, заметили, вот эта вот полосочка, она худит ножку, да, получается, и ножка как-то более-менее, ну, стройнее, вот, я просто покупаю пластырь телесного цвета и сразу в это место наклеиваю, и хожу с пластырем дня 2-3 первые, а потом нога привыкает. Вот у меня всегда так, не знаю, как у вас. Ну, в общем-то, буду носить с удовольствием. Ну, ребят, смотрите, как смотрится с джинсами вот это платье. Мне очень нравится. Буду заказывать еще вот это вот коричневое на 52 размер. То есть захотел, застегнул, захотел, ходишь так. Мне нравится. Антон, что скажешь? Классно. Сильно. Классно. Да, классно. Мне вот с джинсами вообще, вот я сразу поняла, что это вот это вот. Те штаны, конечно, чем-то, может быть, хороши, но они уж очень такие необъятные. И, а вот с джинсами аккуратно будет смотреться хорошо. Обратите внимание вообще на эту рубашку. Ну и сумочку хочется вам сразу показать ее, как она смотрится. Да, таким вот образом, если ее надевать, то, в принципе, она шикарно будет дополнять образ. Сумочка получается 600688, 22 на 17 на 9 размер, искусственная кожа тут идет, такие, вот это вот в комплекте этот ремешок, получается, тут она таким образом застегивается. Да-да-да, не... Антон, а как? А, ну ничего себе, ни за что бы не догадалась. Да, вот она такая простая внутри, черная, аккуратная, в принципе, да, тут один кармашек и все, больше ничего нет. Застежки надежные, открывал то, что да. Просто так не откроется. Да. Ага, ну да, легко и просто все. Такая красотка. Кстати, с этой шляпой тоже будет смотреться неплохо, да, потому что шляпа мне очень идет, вообще красота, мне очень нравится. Следующая сумочка очень интересная. Значит, она идет такая с джинсовой ткани, 40 на 24 на 12, артикул 600689. Она полностью тканевая, мне кажется, что ее можно, нет, наверное, в машинке только ее можно стирать. Вот, подкладка текстиль, все текстиль. Вот этот вот ремешок, то есть так вы наденете. Нормально, да? Да, да. Так вы наденете. Он пластмассовый и позолоченный. Вот не знаю, обдерется, не обдерется, да, будет ли шелушиться или нет. С
сами заклепочки железные, но вот этот, вот эту вот пластмасску, ее, в принципе, можно очень легко на любую другую поменять. Потом, значит, он идет как кошелек. Таким вот образом раскрывается. Сумка очень оригинальная, прикольная. И внутри вообще ничего. Ни одного кармана. Вот такая вот сумочка. Как кошелек закрывается, открывается. И тоже весьма такая тугая. Она очень, ребят, вместительная. Прямо очень вместительная. И мне кажется, что даже если хочется как-то вот ее, может быть, повыше, пониже или еще что-то, вот эту вот перецепить, она хотя бы железная, да, а не пластмассовая, вот если вот обдираться. Вот. Но я не уверена, что она ободрется. Даже непонятно, покрашено это или все-таки цельная такая вот пластмасса. Мне кажется, что покрашенная. Ну, вообще классная сумка, если честно. Как вам рюкзачочек? Мне его уже забрала Катюша. Очень удобный, классный. Мне понравилось. Значит, размер 31 на 36 на 13 у него получается. Артикул 600682. Все искусственная кожа. Ну, в общем-то, все. Больше нечего тут читать. Итак, значит, это я отлепляю. Отлепляю. Значит, все в нем хорошо. Тут есть карманчик. Он идет на заклепочке. Вот не знаю, насколько эта заклепочка будет цельная, чтобы он не открывался на ходу, потому что он может открыться. Ну вот у меня такое подозрение. Вот тут вот что-то типа замши, что ли, что-то такое. Вот, да, вельвета, ну, какая-то такая штучка. Тут такой вот карманчик вставной. Запах, конечно, вот этого вот кожзама тут идет сильный. Кого это волнует, да? То есть тут еще один карманчик, ну и все. То есть тут он еще таким образом затягивается, кому нужно, кому не нужно, не затягивается, да, то есть как вам будет удобно. Вот, после того, как он затянулся, его нужно вот тут вот внутрь сделать, иначе заклепочка работать не будет, будет некуда. Таким вот образом. Ну, да, он действительно симпатичный, все, лямки-лямки, регулируются, если что. Ну, в общем-то, крепкий такой, хороший. Тут тоже они, видите, так нашиты очень интересно. Мне нравится. Хорошенький, аккуратненький. Так, еще вот такая сумочка мне досталась. Я ее, конечно же, взяла. Мне очень хотелось ее увидеть вживую. 34 на 27 на 12 размеры. Артикул 600684. Все искусственная кожа. А гарантийный срок 30 дней. Ну, что могу сказать? Сумка удобная, увесистая, на плечо вы ее, кстати, повесите. Да, то есть ее или так носить, или на руке, да. Так, значит, тут у нас какие-то что-то типа пряжечек, тут у нас защита, так вот нашита, такая строгая сумочка. Тут идет карман, ну, довольно-таки глубокий, хорошо. Телефон, портмоне, там небольшой, все такое войдет. Далее пойдемте с вами далее, да. Тут можно будет таким образом. Значит, открываем, что у нас далее. Ручка, чтобы носить сумку на плече. Бумага. Так, бумага и пару карманов. Интересно. А, ну да, вот тут все достается. Я вам сейчас покажу. Не знаю, сколько это. Так, да, такая вот. Карманчик тут внутри первый. И второй на замочный карманчик. Сейчас посмотрим. Ну, такой, целая рука входит, в принципе, да, удобно. Вот прям до сюда рука, то есть вот такой вот глубины большой. Все, в принципе, нравится, тут немножечко так вот забрано. Не знаю, сколько длина ручек, сейчас распечатаем, еще посмотрим для вас. Ну, такой прям длинный ремень, он регулируется, можно сделать его еще длиннее, еще короче, да, то есть вот тут вот, конечно, туговато, но возможно. Да, это я длиннее сделала. То есть таким вот образом можно носить. То есть есть тут кое-что. Да, то есть вот чем такие ремни удобны, когда вы где-то на людном месте ходите, да, то есть у вас тут и кошелек, и все, и оно все перед вами. Особенно кто с ребенком еще, да, с Викторией, вот с нашей, например, за ней глаз да глазоньки. Это удобно, когда сумка вот так висит спереди, да, можно ее, у меня привычка сумку не закрывать. Я прям сразу же по практичности смотрю, что ого-го, мне нравится практичная. И она идет двухцветная, она под все подойдет, по идее. Как бы она, ну, к этому образу она, конечно, не подходит. Но, по идее,
классическая такая сумочка, под все подойдет. Что-то слишком яркая сумка, ребят, очень красивая, но мне ее не с чем носить. Дайте совет, с чем такую сумочку? Вот потому что, ну реально не с чем. Какая-то она вот такая, вообще не вписывающая в мой гардероб. Я даже не ожидала, что она будет прям такой вот яркой, насыщенной, да? Значит, но она очень красивая сумка, очень. Я такие люблю, вот именно что такие, чтобы вот так вот, чтобы вот пошла удобно, вот прям фасон мой. Я прям такой вот очень люблю. 37, 28, 15 это размер в сантиметрах. Артикул 60-06-81. Все искусственная кожа, текстиль. Кстати, чуть-чуть такой есть слегка неприятный запах вот этой вот резины, да, или что это такое. Вот, но он выветрится быстро, он не сильный, в нос он не бьет. Значит, цвет бордовый. Давайте смотреть. Значит, вот это что такое? Хоп. Хоп. А, тут еще и вот так вот. Так. Хоп, хоп. Ага. Ну, это значит карман такой интересный. Ну, непрактичный, я бы сказал. Почему? Ну, кошелек, телефон туда не положишь. А, ну, может быть, не знаю. Так, значит, сзади все. Тут, значит, такой вот вельвет. Тут все прямо. Открываем. Как обычно, кучка бумажки, чтобы она смотрелась хорошо. Ну, и точь-точь, как у предыдущей сумки внутренность. Прямо точь-точь. Такая вот ткань обычная, Антон, видно, да? Да, да. Вот такая вот обычная ткань. Да, то есть сумка глубокая, чуть ли не по локоть. Да, то есть вот так вот. Вот она такая вот глубокая, сними руку. Ну, хороша сумочка прямо. Ну, вот не с чем ее, ребят, прям возвращать не хочется. Нисколечко. Как вам? Может, мне ее разыграть на Ютубе? В подарок кому-нибудь? Так, ребят, переходим к кроссовочкам Антона. Классные, кстати, такие, ничего, кроссовки. Антох, покрутись. Значит, артикул 88-59-42, 44 размер. Все искусственная кожа, текстиль, подошва ПВХ. Кеды мужские называются. Ну, действительно, такие удобненькие кедики. Вот, чем они хороши? Тем, что тут вот вы один раз завязали, как вам нужно, уложили вот эти вот шнурочки, и вот тут с краю расстегиваете, застегиваете. Вот этим, конечно, они очень даже хороши. Антох, ты тут загнул язычок. Вот, а так, в принципе, Антох, как тебе? Нормально. Носить будешь? Угу. Будешь. А боком встань, подошва толстая, да? А протектор как у нас? Угу. Протектор тоже такой неплохой вариант. Ну, отлично, носи с удовольствием. Так, ребят, сейчас на Антоне кеды мужские. Чисто белые, классные. Вообще, мне очень понравились. Артикул 88-59-54, размер 44. Хорошенькие такие. Угу. Вообще аккуратненькие, супер. Они вообще ко всему подойдут. И к джинсам, и к брючкам каким-нибудь таким, да. И вот к этим, кстати, брючкам они очень даже подходят. В общем, ко всему. И вот такие вот легкие кроссовочки. В принципе, тоже очень даже шикарненькие. Мне понравилось. Это я включила подсветочку на телефоне, ребят. Да, на серых лучше видно. Они абсолютно одинаковые, как вы видите, да, прям абсолютно одинаковые, но они прям клевые. Смотрите, ну, как бы немножко разные, да, тут шнуровочка такая, что можно что-то где-то отрегулировать. Вот это вот чистая резина, очень интересная. А вот, а тут они уже вот так тоже прошиты, и тоже тут вот резина вставлена, как вы видите, а тут они вот на таких вот петельках идут, тут чисто вот полностью резина. Итак, значит, синие артикул 88-59-23. И, значит, у серых я слегка попутала. Значит, серые идут 85-59-23. 43 размер, в 43 именно размере. Это мы папе заказали. И синие 88-59-29. Тоже заказали папе в 43 размере. Антон сказал, что ему вот эти кроссовки понравились больше, чем белые и черные с замочком. Вот. А папе же черные с замочком в размере 43 оказались очень сильно велики. Угу. Антон, а тебе как? В черном размере как раз? Угу.
Да, сейчас. Как раз, да, интересно. Ну, вот эти, конечно, да, такой, знаете, легкий очень вариант. Ноге будет хорошо, нога не будет потеть. Мне кажется, вообще здорово. Я довольна вот такими вот кроссовочками. Вот, и Антоха вот эти вот белые, конечно же, оставляет. На фотосессии вообще будет здорово и так побегать в них. Но они полностью, да, получается резиночка. Вот, мне кажется, в них будет летом ножка потеть. А вот в этих ножка потеть абсолютно не будет, потому что они идут, видите, такой вот сеточкой. Это все ткань, и стираться будет очень хорошо.